Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что смотрите эти ролики, за то, что пишете комментарии, за то, что присылаете свои пожелания о том, какой альбом вы хотели бы увидеть в моих руках. Напоминаю вам о существовании плейлистов. Уже очень много альбомов показано, уже чего-то даже про них чуть-чуть рассказано. Поэтому посмотрите сначала на плейлисты, в плейлисты, и, возможно, ваша любимая пластинка там уже присутствует. Точнее, здесь уже присутствует. Да. Но, тем не менее, одна из групп, которую очень часто упоминают, не была еще освещена. Вот я ее освещаю. Группа называется 10cc. Вот эту пластинку я хочу показать для начала. The Original Soundtrack. А, ну, есть еще. Тут еще нормально еще. В общем, достаточно для разговоров. The Original Soundtrack. 1975 год, если я не ошибаюсь, вышла пластинка. Это третий альбом 10cc, который вознес группу на небеса, на вершину шоу-бизнеса. Ну, на одну из вершин, на один из холмов шоу-бизнеса. Я ж не буду говорить про вершины. Но для начала я хочу сказать следующее, что мне очень удивительно слышать от завзятых меломанов такие фразы, как «я ненавижу брит-поп», «я не считаю это серьезной музыкой» и т.д. и т.п. При этом 10cc все обожают. Я вообще не вижу разницы между музыкой 10cc и массой, музыки массы групп, которых можно отнести, условно говоря, к течению под названием брит-поп. За названием этим вообще ничего не стоит, я замечу сразу. То есть это абсолютно выдуманное журналистами, как и большинство названий стилей разнообразных, абсолютно бессмысленное словосочетание. Но, тем не менее, все понимают, о чем идет речь, о группах, которые играют, которые продолжают дело Битлз, так условно говоря. Скажем, вот вам, пожалуйста, 10cc в чистом виде, продолжатели дела Битлз, развивающие это направление музыки и всячески его обогащающие как новыми техническими всякими штуками, так и мелодически гармоническими формами разнообразными. Потому что музыканты очень образованные, очень опытные и все умеющие практически. Это Кевин Годли и Лоу Крим, во-первых, мои самые любимые, ну и Грэм Гулдман и Эрик Стюарт. Первоначальный состав 10cc, квартет. И, в общем, это в чистом виде поп-музыка. Это настоящая большая поп-музыка. К такому-то року я их никогда не причислял. Но завзятые меломаны, которые любят настоящий классический рок, как говорится, да, они в большинстве своем очень любят 10cc. Презирая при этом там группу Blur, Oasis там и все прочие, которые появились намного позже, чем 10cc. Ну, я при этом могу еще сравнить группу 10cc с музыкой раннего Фрэнка Заппы. Как ни удивительно, очень много параллелей с музыкой Фрэнка Заппы, с отношением, с массой пародий и самопародий, с диким юмором, с издевательством и над шоу-бизнесом, и над собой, и над слушателями, и над всеми окружающими, начиная там от Элвиса Пресли и заканчивая кинематографом и отношением, как здесь, отношением туристов к Парижу, например, к Франции. И много-много-много, очень много поводов для шуток разнообразных, как у Фрэнка Заппы. И хочется вспомнить песню «Донна», которая стала хитом, да, у группы 10cc, которая в чистом виде просто перескочила из альбомов, из ранних альбомов Фрэнка Заппы сюда, вот, запповские вот эти песни дувоп, в дувоп стиле, да, они вот к Донне очень, точнее, Донна к ним очень близка. Так что это такая смесь Битлз и Фрэнка Заппы на самом деле. Ну, потом это уже, конечно, стал большим попом, большой поп-музыкой после ухода Годли и Крима. Вот это безумие чуть-чуть ушло, но, может быть, прибавилось гладкости, прибавилось
такой вот поп-музыкальной красоты. И это тоже хорошо, это очень, очень хорошая музыка, приятная, отличная. Четверо музыкантов-мультиинструменталистов, которые все пели, все четверо, прекрасно. Все играли на всех инструментах, менялись. Кто-то на барабанах, кто-то на перкуссии, кто-то на гитаре. Потом по-другому, в разных песнях все по-разному. И это, конечно, новация для своего времени серьезная. Она дала жизнь, например, песне «Богемская», ну, песне, сочинению Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». «Богемная рапсодия», точнее, если правильно будем говорить. «Богемная рапсодия», она вся выросла из этой пластинки. Пластинка вышла в марте 75-го. «Богемная рапсодия» значительно позже, ну, тоже в 75-м году. И Меркьюри прямо взял вот эту вот историю «One Night in Paris», будем по-английски, да? Хотя у меня что французский, что английский примерно близко. Английский чуть лучше, я хотя бы что-то могу понимать. Хотя путаю буквы и слова. Но это не важно. Во всяком случае, на улице объясняюсь, будучи в англоязычных странах, довольно спокойно. И вот эта самая «One Night in Paris», она в чистом виде, она разработана была Фредди Меркьюри. И родилась «Богемная рапсодия», и дальше, все, что было у Квин дальше, это все вышло из этой самой вот «One Night in Paris». А у Квина и на третьем, и на втором альбомах были, конечно, вот эти многоголосья, были игры с голосами, но такой сумасшедшей эклектики, такой свободы в смешении стилей, в перескакивании с одного стиля в другой в рамках одной песни не было никогда. Это вот все отсюда взято. Ну и голосовые истории тоже, конечно, пришли отсюда, основные способы работы с записью голоса. Хотя, так как сделано здесь, в песне, например, вот этой самой «I'm not in love», не делал никто и никогда, потому что здесь звучат 256 голосов. 16 голосов записали. То есть на 16-канальном магнитофоне было записано 16 каналов голосов, которые спели все четверо, да? Потом они сбрасывались на одну дорожку, на вторую дорожку записывались еще 16 голосов. Потом это все сводилось, в результате 16 на 16 получилось 256. 256 голосов. «I'm not in love», и именно эта песня вознесла, как я уже говорил в самом начале, группу 10cc на один из высоких-высоких холмов шоу-бизнеса. Потому что к моменту записи этой пластинки, а точнее в процессе записи этой пластинки, группа практически нищенствовала. Денег у них не было, хотя два альбома, первый и второй, где тут перерывчик небольшой, вот эти очень хорошие пластинки 10cc и «Shit Music», они мне очень нравятся. Они звучали по радио. Здесь были хиты, выходили синглы. Они приносили какие-то деньги. Но тратили музыканты больше, чем зарабатывали. Покупали оборудование для студии. Strawberry, по-моему, называлась студия. Совладельцами которой они стали. И все это требовало, конечно, существенных вливаний денег. У группы не было совсем. Тем не менее, на этой самой Strawberry был записан весь практически альбом, вот этот самый The Original Soundtrack. И музыканты сидели над этим альбомом, над этими записями и думали, чего им делать. Потому что контракт с лейблом UK, на котором вышли первые два альбома, он, как мы понимаем, денег уже им не особенно-то приносил. Что-то не складывалось совсем. Но тут им позвонили из компании Mercury. Все это написано, на самом деле, зачем я это рассказываю? Все это вы можете прочитать, ну да ладно, расскажу. Приехали ребята из компании Mercury американской, которые хотели перекупить контракт, заключенный группой 10cc с компанией UK. Послушали песню «I'm not in love» и сказали: «Все, теперь, ребята, вы наши». Подписали с ними контракт на 5 альбомов вперед. И выдали им $1 миллион сразу в качестве аванса. Вот такие бывают чудеса. И очень быстро вышел альбом, потому что он был уже готов практически к моменту подписания этого контракта, когда ребята из Mercury, американцы, ушлые, приехали, послушали «I'm not in love». Сумасшедшая совершенно песня, 256 голосов, и основная музыкальная фактура – это голоса.
собираются аккорды из этих 256 голосовых партий, и из них выстраивается мелодия аккомпанемента, и все это звучит, конечно, космическим образом. Никто никогда такого не делал и не делает, мне кажется, в таком количестве голосов. Ну, Фредди Меркьюри, конечно, был ошарашен после этого. Ну, ошарашен в основном от произведения «One Night in Paris». Такая оперетта не оперетта, опера не опера, ну, очень загадочное, музыкальное, интересное, красивое построение с меняющейся динамикой. Тут тебе и кусочки оперы, кусочки оперетты, драматические части. В конце там просто страх какой-то жуткий, оркестровый, ну, в меру возможностей, в меру, так сказать, в меру вкуса группы Tennessee, а со вкусом там все в порядке. Ну, такое нагнетание к концу из легкой, веселой такой истории туриста, оказавшегося в Париже. Страшные события, вплоть до убийства. И все это в музыке есть. И все это с диким юмором, как у Фрэнка Заппы примерно. Только без авангарда, никакого модернизма, никакого абстракционизма. Да, и очень красиво, конечно. И прочитал я, что я не слышал, кстати, не обращал внимания на музыку «Призрака оперы», а одна из мелодий там прямо отсюда вот перенесена Эндрю Ллойдом Уэббером прямо туда, в «Призрак оперы». Но музыкантам было не жалко, потому что до записи первых своих альбомов они работали в качестве сессионных музыкантов и писали что-то там по 20 песен в две недели. Писали поп-музыку, поп-песни, бабл-гам всякие разнообразные, и выбрасывали их на рынок, точнее, владельцы студии Strawberry выбрасывали их на рынок шоу-бизнеса, для, я не знаю для чего, для телепередач, для всякой вот этой вот такой вот обслуживающей музыки фоновой. Кроме этого, они писали песни для очень большого количества музыкантов, артистов, групп, там, вплоть до Yardbirds, если мне память не изменяет. Но деньги они получали как студийные музыканты. Гонораров, никаких роялти, ничего этого не было. Они получали зарплату, просто сидя на студии. За это могли пользоваться студии Strawberry. В конце концов, они ее выкупили. Сначала стали совладельцами, потом вроде бы полностью выкупили. Но это все детали. Это я к тому, что они были очень опытны в поп-музыке. Как рыбы в воде практически. Все могли делать. Ну и сделали вот эту замечательную штуку, пародийную. Посмеялись над европейским и американским кинематографом, от души повеселились. Ну, получилось очень красиво. И после «I'm Not In Love» идет песня «Blackmail». «Blackmail». Очень интересная, с удивительным гитарным соло. Слайд-гитара играет, но звучит совершенно не как слайд-гитара, а как какой-то зачаточный синтезатор. Очень интересный звук, режущий такой, скользкий. Необычный, доселе я такого не слышал. Но Годли и Крим, они умели со звуком работать, и все это, конечно, сделано было блестяще. Вот про вторую сторону пишут критики, что она уступает первой. На мой взгляд, совершенно не уступает, потому что «The Second Sitting for the Last Supper» – хардроковая песня с жуткой тяжелой гитарой, что бывает редко у Tennessee вообще-то. Ну, в поздних альбомах там есть моменты. Но, как всегда, очень затейливая мелодия, очень красивая. Голосовые дела, все эти, все присутствуют, все, все супер. А вот «Brand New Day» номер два – это еще один костыль для Фредди Меркьюри, потому что спета так, как потом стал петь Фредди Меркьюри во всех своих альбомах. Манерно. Вот этой манерности, кстати, на первых трех пластинках Квина не было. Она появилась на четвертом. И пошла вот эта манерность, хотя здесь это чистая пародия. Но, тем не менее, все сработало. «Flying Junk» – вообще одна из самых лучших песен, на мой взгляд, на этом альбоме, номер три. И «Life is a Minestrone» – это просто какое-то, извините за грубое слово, «стебалово» в чистом виде. Всерьез это воспринимать нельзя, но очень красиво. И «The Film of My Love» – финальная. Это еще одна пародия. Сразу на все. Сразу и на зрителей, которые ходят в кино на всякое мыло, не телевизионное, а кинематографическое. И на тех, кто это мыло снимает. И на тех, кто в этом мыле играет.
Ну, это все очень, конечно, смешно, но очень красиво, потому что эти парни умели делать прекрасную музыку и знали, что такое настоящая большая поп-музыка, чтобы она понравилась большинству слушателей. И мне она тоже нравится, и завзятым меломанам, как я знаю, тоже. Поэтому 10cc, наслаждайтесь, The Original Soundtrack, очень хорошая пластинка. Я очень ее любил, когда учился в средней школе в Советском Союзе. Обожал ее просто. Вот так вот. Ну, а теперь пошел пить. Пока.